Всем привет! Вы на канале Железный Мир. С вами Мошкин Владислав, двукратный чемпион России по бодибилдингу среди юниоров. Сегодня я вам покажу свою тренировку груди. Перед началом тренировки я тщательно разогреваюсь, делаю суставную гимнастику, а также разогреваю плечи гантелями и приступаю с выполнения сведения в пельк-деке. Следующим упражнением я делаю жим наклона скамьи гантелями, потому что задействуется верхняя часть грудных мышц. По моему мнению, я считаю, что это самое необходимое упражнение для развития именно массы грудных. Жим наклона скамьи гантелями я выполняю в стиле пирамиды, то есть с меньшего к большему, примерно на 6-10 повторений, для того, чтобы сохранить свои силовые показатели и, естественно, нарастить мышечную массу грудных. Последний мой сезон был это весной, я выступал в категории мужчин до 90 кг, считаю, что достаточно удачно, но не смог реализовать полностью свои потенциалы и свои способности на чемпионате России, занял всего лишь 8-е место, но это опыт, и те ошибки, которые я совершил, я буду исправлять. Сейчас я отдыхаю после весеннего сезона, потом у меня будет массонабор, и планирую выйти на осень 2016 года, также в категории мужчины 90 либо 95 кг. Буду смотреть по форме и по качеству. Следующим упражнением я делаю разводки на наклонной скамье, также с акцентом на верхнюю часть. В диапазоне 10-12 повторений, также пирамидой. Как я и сказал, сейчас у меня период отдыха, но тем не менее я соблюдаю питание, держу диету, фастфуды, газировки, сладкое себе не позволяю. По углеводам примерно держу 300-350 грамм, также белка и на нормальном уровне жиров, то есть 50-100 грамм. Стараюсь набирать качественную мышечную массу и сохранять свою форму. Последним упражнением я делаю сведение в крестовине на нижнюю часть грудных и без отдыха сразу же на среднюю часть. Спасибо, что посмотрели мою тренировку. Подписывайтесь на канал Железный Мир. С вами был Мошкин Владислав. Всем пока.